У маршрутки на ходу отвалилось колесо и поскакало через дорогу. Это случилось на улице Краснодарской. Видео с происшествием попало в камеры водителей и появилось в социальных сетях сегодня. На нем видно, как колесо покатилось через проезжую часть. Маршрутка как раз выворачивала на Партизана-Железняка. В происшествии никто не пострадал, колесо не задело другие автомобили. Сейчас по этому ДТП проводится проверка. Как уверяют в департаменте транспорта, такая авария произошла у нас впервые. Еще предстоят разбирательства с обслуживающей бригадой автопредприятия, которое могло проглядеть поломку и подставить женщину-водителя и пассажиров.